Предлагаем вашему вниманию жилой дом в сказочном месте, город Светлогорск, коттеджный поселок «Солнечная долина». Место, где построен этот поселок, раньше назывался Сан-Лоренс. Красивое и яркое название. Наш дом монолитный, из керамического блока построен, площадью 287 квадратных метров. Уникальный проект, индивидуальный, совершенно не похожий на те дома, которые вы привыкли видеть. Натуральная черепица австрийского производства. Дом утеплен. Для дома сделаны все подводки коммуникаций. Центральный водопровод, центральная канализация в поселке. И самое важное, это то, что в этом доме есть газ. Подведен газ, получены все разрешения. Поселок охраняется. Сделаны отличные дороги. Освещение улиц. Подъездные пути и парковки. Дом находится в Светлогорске, в месте, где все создано для вашей жизни. Рядом находится школа, спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной, масса магазинов, Спар, Виктория, различных комплексов сферы услуг. Рядом находится Светлогорский лес, красивый, где вы можете собирать летом чернику, гулять, собирать осенью грибы, пройтись, прогуляться к озеру Лебединому, который находится здесь совсем недалеко. О самом доме. Дом выполнен на славу, надежный и очень крепкий, очень добротный. Сделан он с любовью. Состоит у нас из входной группы центральной. В доме есть еще несколько дополнительных входов. Гараж с ролл-ставнями на две машины. Вы посмотрите, какой тоже просторный. Необычная студия, зал. Комната огромная, со вторым светом, где вы будете собираться всем вместе, где вы можете сделать свой гостевой мини-бизнес при желании. Сделана специальная система для проводки камина. Вот с левой стороны от лестницы. Панорамные огромные окна с выходом на большую террасу. Вот это место под камин. Дымоход здесь. А вот это пространство, конечно, требует внимания и массы идей, как вы хотите его обустроить, обыграть. Конечно, здесь вот предполагается столовая, где будет собираться вся семья за завтраком или ужином, где будут приезжать к вам гости, смотреть кинотеатр, который вы повесите, и на экран будет впереди вас, отдыхать, наслаждаться, развлекаться в таком чудесном месте на берегу Балтийского моря в курортном городе Светлогорск. Отлично то, что в этом проекте кухня сделана отдельно, и это пространство закрыто для хозяйки, которая с удовольствием будет готовить и смотреть из своего окна на сад. Территория дома, земельный участок здесь достаточно большой, ровный, подсыпан. Участок 12 соток. Что замечательно, то, что на нем сохранились плодовые деревья, и осенью вас будет радовать урожай яблок, а летом вишни. Второй свет, конечно, делают это пространство свободным, светлым, воздушным. Очень красивый дом. Я думаю, что архитектор или дизайнер, или человек с творческим потенциалом, конечно, высоко оценит этот проект.
Это дом на любителя, для ценителей, для тех, кто действительно хочет такой вот красивый, качественный, уютный, функциональный дом. Неповторимый, не похожий ни на что. В доме 3 спальни, 1 гостевая вот здесь на первом этаже, 2 спальни на втором этаже с собственной террасой. Очень много помещений, где вы можете обустроить сауну как на первом этаже, так и на втором этаже. Просторные санузлы с окнами. И есть специальные технические комнаты, где будет спрятано все ваше оборудование. Это газовый котел, электрочитовая, комната для того, чтобы вы могли стирать. То есть все технические пространства здесь очень выгодно спрятаны. Звоните Татьяне Таранцовой, я расскажу, как посмотреть этот дом и как приобрести его для вашей благоприятной жизни счастливой на Балтийском побережье в городе Светлогорске.